Ну что, представлять его не стоит. Вы все его знаете? Поднимите ногу, кто не знает. А ты видишь? Вижу, конечно. Короче, Сергеев – это легенда города Стритамака, композитор, анекдотчик, член группы вокально-инструментального ансамбля «Радуга», друг Гена Калинина. Знаете такого Гена Калинина? Да! Музыканты! И друг Вячеслава Сергеевича, хоть и Гнусина, ну что понять. Ну и хер с ним. Ребята, мне очень нравится, что мы собираемся здесь. И иногда мне кажется, вот сейчас, Слава, что не хватает, что мы вот должны... Не просто вышел, вот Паша это вообще конец света, такой бард, у нас такие есть силы в городе. Ну, Паша, слышишь? Город поющий, он поет, у него каждый вот перебор, что называется, гитарный. Перебор от перебара нужно сильно различать. Он замечательно поет, владеет гитарой. И все ребята, вот, которые приходят, понял, сколько есть талантов. Вот тот, чей юбилей мы сегодня отмечаем, Руслан Филиппас, он великолепно играет на гитаре. Какие у него пронзительные стихи. Мы должны об этом говорить. Мы должны слушать, когда здесь кто-то что-то говорит. Потому что мы для этого как бы собираемся, это здорово. И вот Вячеслав Сергеевич, я всегда благодарен, когда молодняк он подцепил, подхватил. Вон сидит Артур Качагин. Но такой, я его не могу назвать теперь пацаном, потому что он уже прошел армию, но прошел без обсуждения конституции, проституции. Сколько было положено, столько отдал. Но он отдал, он прошел эту службу. Он сейчас сидит с девушкой. Девушка очень Эмма, и мне сразу Штраус, летучая мышь. Говорит, как же вы назвали? Ведь она же была кобеля, мы ее Эммой. Ну, понимаешь, вот мы не могли. Все ли это все знают? Это юморно, это здорово. Вот. Не надо этого забывать. И у нас замечательное. Коллектив, замечательное общество, ребят таких вполне интеллектуальных. Вчера мы были у меня в гостях. Это так, как одна фраза, еще вчера, сегодня было завтра. Но это философия. Еще вчера, сегодня было завтра. Все. И отсюда я плавно перехожу. Не буду выгадывать, ничего больше не буду говорить. Письмо из прошлого. Милый сын, добрый мальчик, мужчина, мой судья, мой кумир и мой Бог, я хочу, чтобы в день годовщины ты подняться в глазах своих смог. Отряхни суету, зависть, злобу, загляни в свое сердце на миг, там немало остаться должно бы. Ты ведь был неплохой ученик жизни школы. Банально, но точно. С аксиомой сражаться не нать. Ты меня перевел на заочный, мой декан. Значит, буду писать. Ни потоки нотаций, ни слезы не прольются в моих курсовых, где больней расположатся грезы, на приятном улягутся сны. Чтоб с любимыми не расставаться, я хочу обратиться к судьбе. Пусть она разрешит мне остаться там, спешащим навстречу тебе. Все во власти, отложим гадание. Много дел, есть большие долги, да и ценен не факт, а признание. Вот такие, сынок, пироги. Ну, да, конечно. Если не очень сложно, то хотя бы, как я вот ведущим был в джаз-клубе, хотя бы вот вы это делаете для своего здоровья. Это мини-точечки здесь есть от всех органов. Вы уж для себя, не для меня, поаплодируйте. Душа чего-то хочет. А это стихотворение вчера понравилось Вячеславу Сергеевичу. Будем внимательны. Кто-то бормочет таким низким тембром. Я слышу его.
Что? Да говори, они все равно не знают, это жуют все. Ладно. Все, кто хочет услышать. А остальные пусть жуют. Душа чего-то хочет. Каждый год едва сорвутся листья, голый лес мучительно стыдливый, светлый, робкий и душой чистый, шепчет небу тайно торопливо. О весне любви и жарком лете, о ковре цветов, душистом сене, и о нас с тобой, о целом свете, и о том, что близок день осенний. Первый день, последний мокрый месяц, чье-то отмечают появление. Рынок ноги грязь чуть-чуть помесят, выберут презент на день рождения. Меркнет свет, длиннее стали ночи, дней рождения стаи пролетели, а душа опять чего-то хочет, все равно жары или метели. Это Вячеслав Сергеевич, да. Ну и вот актуально, 8 марта или кочка зрения. С Международным женским днем пусть полыхает все кругом и расцветает феминизм, несущий порчу в организм, круша основу всех основ, семью из мам, детей, отцов. Зачем любить, потом рожать? Давайте строить и пахать. Шахтеры, бабы, кузнецы, и не нужны теперь отцы. Мы сами можем пить, курить и ловко грязным матом крыть. Своя зарплата и жилье, самцы на выбор, ё-моё. Спасибо, Цеткин, Люксембург, сам черт, товарищ вам и друг. Не призываю в домострой, любовь, взаимность, путь простой. Не стоит эврика кричать, нам всем нужны отец и мать. Спасибо. Спасибо, Сергей. Наш человек. Обратили внимание? Очень культурно, даже не матерился. А как же? Это непременно.